Na sziasztok! Metrózunk, és sem érhetőleg, sőt, tehát elmegy a szinten, ugye? De is. Fejezzük. Ugye a Metro 2033 Reduxot, aztán utána majd megyünk tovább a következő metróra. Miközben, ugye tombol a magyar Schweiz mérkőzés. Némi svájci vezetése. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и еще там видели какую-то... Legalább reméljük itt a játékba. Nagyobb sikerünk lesz, mint most ott a pályán van éppen a srácoknak. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. De Artyom, nagyon szarul van. Aztán ne felejtsük, hogy túléli ezt a részt, és a következőt még a harmadik is a főszereplője. Aztán Artyom valami iszonyat módon fosul van. Bocsánat, csak itt közben pakolászok. Na. Jó, tehát... Játékidőhúzás. Miért férfi hangon beszélt a női karakter? Mi a faszom történik oda, hát nem hiszem el. Szemper párítja a dolgot, ezt nem valamint úgy működni, úgy maradni. No. Megyünk már. Artyom! 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 Очнись! Слава Богу! Он приходит к тебе. Артём! Убери свет, ты его слепишь. Артём, всё в порядке? Ты можешь встать на ноги? Старый такой, здесь как его. Что это было? Это чеки дизей. Эдоль. Вот и герба затвора. Отлично, тормози. Чёрт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Оланксоро. Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Огонь! Thank you.
égetek a pokolt üvét. Elmatotta meg ezt a tűz. Ez jó, nem olyan annyira érdekli őket. Hát, last switch, hát bazd meg, hát... A gépfegyveremet adnátok, többre mennék, mint ezzel a fosadék lángszóróval. Olyan szinten telibe szarták a lángot, ez hihetetlen. Ráadásul 200 éve manával, hát. Esküszöm, hogy a izén, mert többen megyek. Ja, a gyújtóbombám ma. Anomália jön. Megkúrja a szánkat. Ül az anomália, rossz anomália. Kérem vissza a gépfegyverem. Minden jó, srácok? Minden fasza? Akkor zsír. Ne vegy edéket több tőlem, többet a gépfegyverem. Picsodok. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозавр. Мы прорвались. Но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, да, вы бригада. Прикрываете этого шута. Шута. Артем, Володя, вы со мной. Начинал. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Шмейкаик Владимир. Такая нервная работа. В одном перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела. Это я меня Владимира по самозаням. Így azt mondták, hogy Vladimirre kell kielégíteni. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будет со мной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ Гелиосиус, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями.
Ух ты, какая любопытная штука. Жаль, ajtót нам tudtak egyedül kinyitni. Kell elcraftot adni. Что-то так заказ. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нем вляпался. Ну, это на счастье. Most ilyen kapitányosan rászólt, hogy izé, hogy beszélsz. Nyitottam volna az ajtót. És a kis pisztoly a legjobb fegyver, csak kevés hozzá lősz, kevés a tárja, kicsi a tárja. Azt meg aztán ellök oldalra a srác, hogy el tudjak ám én is menni nyugodtan. Ja, hogy... Srácok, szedjétek már le! Ó,
Кас. Hogy a pokolba vagyok nullos? Mindenből. Hát kivéve ebből, de meg nincs gáz. És hogy az anyámba tudok ebbe gáz csempészni, hogy... Aha, ugratöltés hosszan. Mert hogy sok is benne a gáz. Minusz egy ember. Hopp, egy robbanás. Késő robbant a bomba, mi? Borisnak annyi! A lőszerét azt adjátok már nekem. Igen, én is sajnálom, Boris, csak tehát... Te a lőszere! Dajte mne paru minutok. Pokazaj klas. Hagyjatok meg. Ещё секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Hát nagyon vártam meg, hogy kimondja a parancsot, hogy mehetünk. Ульман, проверь. Lángszóró hoznapta. Elszálltam egy csomó medkitet, de fullos a medkitem. A srácok mit tenik ennyi időbe, tehát, hogy... Kis izé volt, mutató volt ez is arra, hogy... Hogy milyen szinten a játékosra mennek rá. Csak a játékosra. De ki vagyok mindjárt ebből is. Most fogytam ki.
konkrétan a pénzem mellől. Most konkrétan elkezdtem magamat anyagilag is lenullázni. Mert szerintem kecire nincs lőszer. És ezt te miből mondod meg? Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату. Живо. Hősök vagytok, srácok. Hősök. Megküldtök a idő alatt egy embert. Артём, с тобой всё в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Vegyet, akinek nincs lőszere. Adtatok volna egy kis lőszert. Magyarországtól. Kilőtt a gólt. Dominik tökelte valamit a kapu előre, Varga érkezett és bevarta. Hát befejelte, ja. Na, 65. perc, 2-1.
akartam megnézni azt a vizet. Nem tud túlságosan egészségesnek. Lassan hitelre lövök. Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Én nem vagyok itt. Ez már a hármas metró. Так-так-так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Там салон фу. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Шамби. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Basics. Советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то полный. Сыро. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. Тисанёс, шимоновейшем вам. Ez mi az anyámra elég. Én nem úgy emlékszem, hogy ennyire szarul álltam. Anno. Gyakorlatilag hitelbe lövöm magam. Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. А на прикинь, это коза хайзет. Хорошо, так, хоть МС на карту. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает.
Эй, Мельник, что случилось? Да ничего хорошего. Перехвалил технику. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Nagyon osztják a parancsokat. Артём! Там должны быть 4 стартера! Чтобы завести этот хренов агрегат, сначала надо открыть все кожухи! Отодвинь крышки! Rendbe kell, mi? Köszönöm, hogy ezt kiabálni. Srácok, megjöttünk, mint hogy én megjöttem. Kicsit szűkös a hely. Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Вот это я не могу понять, если я хочу путь кейли там. Ez továbbá is csak 18. Ezt bárhonnan is nézzük. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная панель.
Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинее в армии. Заработало! Дай до оборудования. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый — уничтожен. Второй — небоеспособен. Третий, четвертый, пятый, восьмой, десятый! Да быть этого не может! Вот, вот он! Один есть! Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Конференция. Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжения хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Hagyjatok már lőszert. Csak úgy kölcsönbe egy keveset. Na, fizetéskor visszaadom. Проклятье. Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Шкрезмивая мать. Majd minden három elszállt, meg a vészvilágítás is, a lift az működik. Nagyon kapok a lángszóróhoz lőszert, csak az a kérdésem, hogy... Lift az здесь, de dvészi pentá. Придется идти в обход. Вперед, лапурак. И пикнула я друг друга. Hogy ki az, aki hozza ide magával a lángszórót. A вот эти тонцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Kilövöm őket előre, akkor nem küldünk, nem küldik ránk ezeket a piszpaszokat. Mert ugyanúgy csak egy lövés. De akkor is. Надеюсь, он еще работает. Верить после того, как этот шут так загадил поляну. Товарищ полковник, вам сейчас надо...
реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Потом отнаки. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну как ты? Справишься с этим? Смерть уродом! Próbálom tisztogatni ezeket a csomókat, de... Tehát fúr, tehát hogy mondott a zsiesünk, azt itt ilyen lazább sétálgatsz magadnak. Gyes a nyúl knopka? Mi mindjárt megkalunk ki szépen. Ugye? Fertőzésbe? Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда? Mi a kénköves faszom volt? Thank you.
Достигнута контактная зона. Hát ahogy nézem, nem húz le egy 8 órát, mint szokott. Aztán akarja felhúzni ezeket a szarokat. Gyerünk át, jó? Másszál lefelé. Kukorásszál. Я хоть-то мак, как моменты на нём потом. Раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Отя, лёстер, под тегед лёля файбе. Чё мондом? Én a helyedbe adnék. És 3-1 közbe Svájcnak. A fiúk elengedték magukat az elején is, meg a végén is. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. И шок минем мульт дальше мэтчен, чё хоть изэ. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или
Хватит тебе лагать. Выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь. Прикрой погоню. Попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас. Ну, в кого вы там верите? Ugye az a játék vége felé feltűnik az első metró. Artyom, beri sistema navigénye. Hogy mit csináljak? Nem ezt. Ja. Már mikor jöttél fel, akkor nem tudtad volna felhozni a kamerát. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Это мне нравится, что кажется. Meg van ott egy gépfegyveres izé. Senki nem megy egyébként a toronyba. Minek van? Aztán ennyi egy csicskes szart lőttünk már le. Цере. Со мной, Артём! Не останавливайся ни на секунду! На, блядь, так. А так... И слева! Да, там. И справа! Ну давай же! Most már nem? Na, most téged engedi. Egyébként milyen jó fölkészít erre a játékra, hogy ad lőszert. Meg ilyesmi. Artyom,
Isten talál. Mert az ilyesmit annyira szeretjük, akkor egy játékban ilyesmi benne van, ugye, hogy azonnal meghalsz a kurva életbe. Meg hogy az... Foglalkoznak a botokkal. Nem csak veled. Itt jövünk. Túlságosan előre mentem. Vagy mi? Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. А сильно. Я патрон украни, когда она просто косорокон. Давай, давай, упырь я жало, давай. Воля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Сейчас легко зашерек, как звонка. Его будет, звонка. Innen látom a házokat. Bár nem Oroszországban vagyok, úgyhogy nem biztos, de... Nem? Takarod. Молодцом!
Это понял? Бульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, Мельник! Ó, szerettél megkérdezni, hogy miért egyébként mit csináltam? Nem lőttem magyar ezt a nyomarúccal? Tehát, hogy... Ulyman, mit csináljak akkor, bazd meg? És most miért halt meg? Ó, lősze! Tudom, hogy nekem akarod adni. Nem is benne lősze. Stop, kapitány. Tök kicsit tudom menni a fegyverőt, de mindig benne lősze. Akkor majd a lőszeret, hallod, neked úgy se kell. Rohadjál meg reggelre, hallod? Szokd ki, rohadjál el ott magadnak, remélem elvérzel. Fókusz, fókusz. Mi a hagy itt? Persze nekem jól okosan kell ezt megtennem. Ki mondott ilyenek, hogy azért jövök, hogy megöljelek titeket? Gyerünk átjön, kötélmászás van.
тихо. Остановите его. Уничтожьте его. Артём, прием! Слышите? Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. No, shit, shit. Shit. Anyek emberek. Shit. Hesh, hesh. Hozom a izét. Seblámpát. Biztos ott kötét táncolnék. Még föl sem mentem volna oda. Nem az, hogy kötét táncolnék. Kocs. Nem örültem meg. El kell tőle mennem, vagy felé kell mennem? Szerintem leestem.
Hát ez erre nem nyert. Átesik a platformon. Mert egy 3 centivel arra mentem, mint hogy a játék akart volna. Konkrétan tényleg 3 centivel mentem arra. És bejátszás, hogy robbantunk. Akkor a kettőnek a végén van választási lehetőség, vagy keverem a Fallout-ta? Nincs elég egyébként szétbaszva a felszín. Basszuk szét még jobban. Üljünk, azaz, hozni kellett volna a vírsot is. Meg májva cukrot. Какой-то мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный... Это метро. Метро. Хармаш метро. Победили. Egyébként, hogy jössz onnan le, Artyom? Csak úgy kérdezem, hogy... Amin ugye fölmásztunk, az úgy leesett.
Jönnek majd helikopterre. Ja, a lényeg, hogy megvan. Úgyhogy jöhet majd a folytatása, aztán meg utána annak is a folytatás, ami ugye kivisz minket már a metróból. A felszínre. Mi mondjuk, így a videóban meg egy láttam róla tesztek, meg ilyesmik alapján kurvára nem emlékezett arra a felszínre, mint ami itt van. Úgyhogy ja, igazából most ezzel végeztünk. Következőnek lehet, hogy végzünk az Anacek Rapper is. Következőnek végzünk a Palvernek az alapjával is, majd a 24 vagy 27-kel jön a frissítés. A kollega is elméletileg végez a sztorival a izébe, Naruto-ba. Megint ugye egyszerre végzünk sok játékkal. Ez egy ilyen hónap. De lassan itt van augusztus. A név kötelez majd minket, ugye? Na jó, ez volt a Metro 2033. Kicsit másmilyenre emlékeztem, lehet, hogy azért az volt az első végigjátszás. Na mindegy. Akkor a héten már én se jövök, ugye holnap már vasárnap, ugye mindenkinek jó vasárnapot. Aztán a jövő héten kezdődik minden előről. Bár jövő héten eléggé hulla leszek. És nem tudom, hogy hogy lesznek még az adások, de... majd kiderül. Sziasztok! Everything they steal your fate every day, but you can't believe.